На встречу с вами приехала делегация из города Южно-Сухокумск. Просим Аллаха принять ваш зиярат. Просим Всевышнего Аллаха баракатного мероприятия, чтобы мы обсудили работу, проводимую в вашем городе. Как мое видение, я говорю, простого как жителя Южно-Сухокумска, коренного жителя, который родился и вырос в этом городе, у нас корни изменилось в лучшую сторону. И я не вижу в этом никакого другого аспекта, кроме как прогресса в плане религии. Я думаю, если с сегодняшнего дня мы поставим перед собой задачу, в Сухокумске наркоманов не будут. В Сухокумске сторонников митингов не будут. Можно сказать, да, мы максимально приложим усилия, чтобы таких явлений и наркоманов, и вот это суицид, и такие митинги вот таких сторонников, чтобы у нас не было. Это не значит, что мы им запретим. Я имею в виду просвещение, чтобы они до этого дошли. Всех сейчас, тогда знаю, с малых лет, я 50 лет работаю врачом в Сухокумске. В свое время тренировал ребят тоже молодых. И что удивительно, то в свое время люди очень мало занимались этим и религией, и всем тем, чем положено было. Но я очень рад, что все это переменилось. Вот это представляете, когда человек 50 лет врачевал, значит, самые трудные моменты он рядом с нами оказался. Такие врачи одно место, они не сидят, они развиваются, они идут дальше, Махачкалу, Москву, туда, за границей. А он все время в Сухокумске. Вот это очень огромный плюс. Этим, вот одним вот этим действием мы можем сказать, что Сухокумск хороший город. Аминь.